Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел личный прием и ответил на вопросы граждан. О темах, которые волнуют жителей республики, расскажем далее. Прямой и открытый диалог органов власти и населения – одно из направлений деятельности руководства республики. Личные встречи главы Чувашии и жителей – одна из форм такого общения, при которых граждане могут оперативно получить ответ на свой вопрос. Тамара Асанова, жительница поселка Ибреси, поинтересовалась, когда власти обратят внимание на состояние трассы «АЛЛАТРА-Ибреси». В связи с тем, что это республиканская дорога, мы отсюда, через Министерство транспорта, соответствующие торги будем проводить. В плане работы, тогда же мы обсуждали, он в этом году и есть. Полностью всю трассу, скорее всего, нам не удастся отремонтировать, Тамара Ивановна, но абсолютную большую часть протяженности этой дороги мы в этом году сделаем. Это во-первых. Во-вторых, те ямы, которые там образовались, я сам приезжал, поэтому говорю, ямочный ремонт однозначно мы проведем в этом мае месяце, когда погодные условия установятся. Электрификация в районах республики и другие социально значимые вопросы также не остались без внимания. Глава Чувашии пообещал как можно быстрее в них разобраться. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.